Привет, друзья! С вами Сантей. Продолжаем мы рубиться во вторую готику. В этом видосе я пойду в город орков и начну выполнять их квесты, чтобы поднять максимальную репутацию у орков. Покажу вам все квесты, которые можно там выполнить. В альтернативном балансе город орков находится напротив старой хижины Кавалорна, там, где в ранних версиях второй готики был болотный дракон. Перед входом в город орков есть деревянный мостик и башня. В башне есть нычка. Здесь лежит рунная плитка телепортации. За башней растет царский щавель. Чтобы орки на вас не агрились, нужно обязательно взять Улу-Мулу. Вот оно, у меня за спиной. Как и где взять Улу-Мулу, я рассказывал в прошлом 230-м видосе. Ссылка появится сверху. Еще один такой очень важный момент. Перед тем, как идти в город орков, нужно выучить язык орков. Букварь по изучению языка хранится здесь, в рудниковой долине, в старой башне Ксаргаса, на втором этаже в сундуке. Подробнее об этом я рассказывал в 187-м видосе, ссылка появится сверху. Видите, я сразу начал понимать орочий язык. Изначально в городе крайне не рекомендуется ничего воровать. Всегда носите за спиной Улу-Мулу, не обнажайте другое оружие на глазах орков. Также нельзя использовать магию, орки на это агрятся. Ну, кроме руны телепортации. Все это нельзя делать, пока месть не возьмете доспех орков. Прежде чем попасть к вождю, Уртралу, нужно набрать 80 репутации. Вас не пустит туда охранник Фарок. После разговора с Фароком активируется квест «Наемник орков». Очень важно, перед взятием этого квеста нежелательно будет убивать орков, потому что за каждого убитого орка ваша репутация будет минусоваться. Также постарайтесь выполнить все квесты паладина Альберта, Дракар орков и военные планы орков, 228 и 229 видосы. Потому что, во-первых, его квесты связаны с убийством орков, во-вторых, отряд Альберта нужно будет замочить. Перед входом в зал вождей говорю с Фароком. Стой, человек! Чужак не мочится дальше! А что это за место, куда нельзя идти? Зал вождей. Чертог Уртрала. Но мне надо срочно поговорить с Уртралом. Это очень важно. Какое будет к нему дело, у человек? Это касается храма спящего в долине рудников. Мне кажется, у вас возникли некоторые проблемы с ним. Но человек все равно не может идти дальше. Но почему? Орки не доверять ему и не уважать, чтобы Фарок мог пустить его к великий вождь. Какой у меня сейчас процент уважения, можно узнать здесь же, у Фарока. Просто задаю ему вопрос. Счетчик уважения появится слева. Насколько сильно уважение ко мне среди орков? Фарок считать, что пока его не быть вовсе. Первое задание орков на 10 репутации, репы, можно взять у самого Фарока. А у тебя самого есть для меня работенка? Человек хочет заслужить уважение, Фарок.
Пусть тот принести ему трофей враг орков. И что это должно быть? Например, голова воина людей или его ухо. Фараку нужно принести какой-нибудь трофей. Часть человеческого тела. После диалога возле подгорного прохода появится группа ополченцев. Перед Мочиловым не забудьте об окрастях АСТ-кражей. Получай, тварь! Сдохни, сдохни! У одного из убитых нужно будет забрать голову. Так как у меня покамест нету руны телепортации в город орков, обратно иду пешкарусом. По пути можно взять еще один квестик на 5 очков репутации. В городе на мосту стоит орк Вагрош. Эй, ты! Спрашиваю у него. Почему ты постоянно смотришь вниз? Вагрош звонит туда с фляга с грогом. Быть очень вкусный грог. Мне нужно достать флягу с грогом Вагроша. Ну, сначала нужно перегасить ползунов. Сдохни, сдохни! Не стреляйте в ползунов сверху. На вас сагрятся орки. Сдохни, сдохни! Здесь снизу лежит карта города орков. Не забудьте ее взять. Вот здесь, в расщелине возле моста, и лежит фляга. Отдаю ее орку. Эй! Получаю плюс 5 к репе. Вот твоя фляга. Ура, дар! Вагрош теперь снова может пить свой грог. Иду к Фароку. Отдаю голову ополченца. Получаю плюс 10 к репе. Вот твой трофей. Хорошо. Быть свежей голова. Человек, видимо, недавно рубить ее. Это тебя устроит? Да. Ладно, друзья, будем на этом закругляться. В следующем видосе я продолжу выполнять квесты орков. Если у вас есть возможность поддержать канал финансово, ссылка на донат находится в описании под видео. Подписывайтесь, ставьте лайкосы, пишите комменты. Всем до свидания.